Привет! Сентябрь помахал на прощание золотым листиком, значит, пришло время Simples Digest. О главных событиях расскажу я, Head Office Management Виктория Балцату. Можешь представить 27 миллионов человек? Это население довольно большой страны. Именно столько пользователей в неделю выбирают честный и умный шрифт Honest, который разработал Simples. А еще на первый молдавский шрифт уже перешли почти 63 тысячи сайтов. И это только начало. Команда Sporter провела два грандиозных спортивных события. Сложно поверить? Дерзость – это по-нашему. 8 сентября жители Молдовы объединил Евромарафон, а в последний уикенд месяца – 10-й Кишинев-марафон. Собрал больше 10 тысяч бегунов из 52 стран. Такие победы вдохновляют. Simples продолжал инвестировать в зеленую энергетику. 3.9 Charger в коллаборации с EV Point Moldova открыл еще 3 зарядные станции для электроавтомобилей в Кишиневе, Кагуле и Лепушне. Отличный симбиоз. Так держать. Весь сентябрь афиша была порталом в мир интересных событий. Самыми востребованными оказались концерты Андро и Холограф. А вишенкой на торте для любителей прочтения стала встреча с кинокритиком Антоном Долиным. Ну и прямо сейчас на афише МД разлетаются билеты на лучший ивент октября. Не упусти счастливый билетик. Для проекта Lobster сентябрь стал временем рекордов на AIDA Competition на Корсике. В ноябре в Кишиневе можно будет увидеть, каких невероятных результатов достигают спортсмены с нашими системами грузов. В арене Кишинев пройдут соревнования AIDA Молдова Championship 2024. Lobster будет главным спонсором. Онлайн-платформа студии МД отпраздновала день рождения. Поздравляем! Благодаря этой команде уже 6 лет школьники и учителя пользуются преимуществами цифровых дневников и журналов. Студия объединяет 75 школ и более 61 тысячи пользователей. Что мы делали еще? Отмечали День программиста в стиле диско. Праздник, угощение и именная виниловая пластинка с уникальным музыкальным никнеймом досталась каждому виновнику торжества. Мы любим делать подарки и креативить. Конечно, еще в сентябре мы учились сами и делились знаниями, ведь Simples – это развитие. HR-директор Ванесса Кода выступила спикером на двух площадках. На HR Conference она рассказала о стратегии и опыте построения HR-бренда Simples, а на Best Talks поделилась с ребятами опытом карьерного роста. Chief B2G Officer Лидия Деменюк была ментором на GigaHack. Еще она рассказала участникам буткемпа Техноватор, как наша платформа госзакупок Acquisition MD помогает развиваться малому и среднему бизнесу, какие возможности открывает проект IDMD и зачем мы продвигаем e-касса. В новом выпуске Simples подкаста Head of Projects IT Development Олеся Павленко рассказала об истории своего профессионального развития. Simples сильно изменился. Что бросается в глаза? Simples уже не тот, я могу это сказать. Попала я сюда, наверное, со второго раза. 1 апреля я выхожу на работу. 1 апреля был корпоратив. О, круто, будешь сидеть с нами. А я как бы такая, я вас не знаю, я с вами никуда не пойду. Что было самым сложным вначале? Найти себе занятие. Дайте мне еще работы, потому что мне просто элементарно скучно. Хочешь узнать, как пройти путь от офис-менеджера до Head of Project? Просто кликни на это видео. А еще можешь прочитать об истории успеха дизайнера Вирджинии Беженарь. Мне было интересно. В сентябре мы провели очередное собрание клуба PDP. На этот раз обсуждали разные аспекты сексуальных отношений и их связь с ментальным здоровьем. Как видишь, первый месяц осени был урожайным для Simples, но дальше будет еще интереснее. Следи за нашими новостями или просто присоединяйся к команде, у нас есть несколько вакансий. Копирайтер, журналист Point MD, бренд-менеджер, тимлид-маркетинг, продукт-дизайнер, ивент-менеджер Афиша MD, оператор-модератор Support, SMM и контент-менеджер Sonar, бэкенд-девелопер, маркетинг-специалист Sporter, DevOps, диджитал-маркетинг-тимлид. Что ж, о сентябре я рассказала, пора браться за октябрьские задачи. Отличного месяца! А видно мое украшение, да? Я специально его одела. Сейчас я разгонюсь ближе к концу. Если я буду жестикулировать, я потом как-то руки поставлю интро-юре. Слишком сильно вдохновила. Киви. Это как киви, только без ка. Для проекта Lobster сентябрь стал временем рекордов на AIDA Компети. Не хватило дыхания. Достичь результата сложно, но можно. Муха прилетела ко мне. А колготки видно? Это луна, это звезды, это тоже звезды, это солнце, это что? А вам тут не душно? Конечно, еще в сентябре. Я переключила внимание на муху.
Все. А можно потом сделать поцелуйчик? Ты можешь вот 200 поцелуйчиков. 200? Нет, это много. Так, чтобы все видели тапочки. Целуй, целуй экран. Мы все молодцы.